Номер 7 за 16-й год. Куда мы катимся? А книги... Куда мы катимся? Да, катимся. К закономерному концу. Больше никак нельзя назвать, потому что то, что тут делается, в угоду наживе, значит, все должно производиться быстро, дешево. Как это сказывается на здоровье? Да наплевать. Но вас мы тоже будем как-то там лечить, разбирать на органы, там подсаживать и так далее. То есть все перевернулось, извратилось. И если вы сами не задумываетесь и не работаете над собой, значит, тогда этим занимаются другие люди. И они на вашей наивности такое вам сделают, что мама, не горюй. Значит, рассказываю о месяце июле. Что, чё, как. Знаете, тут как раз вот уже в июне там был, по-моему, день летнего солнцестояния, 22 июня, да? Вот как раз в старославянском календаре этот день назывался днем Ивана Купалы, да? Соответствующий праздник был. То есть календарь еще тот древний был приурочен к тем или иным явлениям природы, которые связаны с космическими явлениями. А именно вот это летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, весеннее, осеннее равноденствие. Все там меняется, энергетика, как-то все это влияет. Как влияют люди в течение многих, значит, веков, примерно сообразили. И как это влияние используют в своих целях, тоже сообразили. И применяли, естественно. Так вот, кому-то понадобилось, что вот эти все календари заменить на какие-то свои. И доменялись до того, что сплошная путаница. У христиан европейских стран Иисус Христос родился 25 декабря, у нас, значит, 7 января там, ну и все такое, какое-то разночтение ужасающее. И в частности, день Ивана Купала сместили с этого, значит, с 22 июня совсем на другой день. Сместили, и вот и в итоге, если мы следуем какими-то там указаниям на этот день, они не совпадают с биоритмологией, с космическими вот этими ритмами, силами, они оказываются бесполезными. То есть хитро так закручен календарь, что он оказывает бесполезное действие в современном виде. Хотя раньше следовали его указаниям. А теперь все. То есть массово ввели в заблуждение и считается, что это нормально. И если ты что-то начинаешь не так там говорить, то опять-таки какие-то структуры государственно начинают тебя прессовать, что, мол, это ты сам какой-то глупый человек, и тут других возмущаешь. Так, основа здоровья. Основа здоровья – это, когда я написал «Основа здоровья» в виде 10 книг, я могу даже вам их показать в виде 10 книг. Основы здоровья были мной первоначально написаны в виде вот этих вот 10 книг. Видите, много. И изданы. Изданы были вот каждый тут по своей тут этой тематике. Не знаю, кто купил, кто не купил. Можно, конечно,
Можно, конечно, посмотреть тираж. Это издавалось в Санкт-Петербурге еще в 2000 году. То есть этот труд, который я считаю капитальным, был написан в 2000 году. Он уже даже был издан, разошелся. Значит, тираж 15 тысяч экземпляров. А потом я решил, ну все-таки это как-то много, да? И что-то продавалось, что-то не продавалось. Все это свести в одну книгу. Сейчас вам покажу одну книгу. Вот, все это было приведено к общему знаменателю. Такой более краткое такой труд руководства. Основы здоровья, ну как бы сказать, я постарался вот все лишнее убрать отсюда. И сделал, значит, вот так вот. Ну и несколько в разных она обложках выходила. И тираж более-менее такой был. Так, тираж. Тираж 5000 экземпляров. Это, конечно, не миллионные тиражи целительных сил, но тем не менее. И я вот тут в газете решил повторить эту как бы книгу попечатать. Тем более у меня пошли задержки. Думаю, отсюда я буду просто-напросто оставлять. Вот. И тут как бы, ну, повторим. Где-то у кого-то есть, у кого-то нету. Вот. А потом, когда я начал повторять, я все-таки решил, что это я, значит, выложу, эта книга вот именно в этом исполнении. Есть на моем сайте Малахов Про для бесплатного чтения, вы ее можете почитать. А сейчас, в 17-м году, вот эти вот все книги, я, значит, немножечко заново перехожу. Сейчас я вот как раз «Законное оздоровление» книжечку, значит, обрабатываю. И там кое-что там новое вношу, ну, именно вот, как я понимаю, с позиции семи тел. И сделаю вот этот вот основной труд, и не знаю. И дальше. Буду я заниматься, не буду заниматься вообще темой оздоровления. Как-то она для меня стала ясна в основном. И поэтому меня интересует что-то там новое. То есть я, ну не знаю, чем я займусь больше, возможно, видео, потому что видео я хочу не просто снимать, а, значит, записывать с музыкой для этого. Вот видите, у меня тут стоит музыку, там я сочиняю. А чтобы это все овладеть, нужно время, ну примерно так. И, возможно, я с этим делом закончу. Вот такие вот у меня мысли. А тут пока излагаю. Так вот, я решил эту газетку так сделать. Потом, думаю, пойду дальше. Потихонечку с этой книжечки буду печатать. А потом, ну, как бы сказать, все-таки совесть. Хочется новенькое. И я опять начал, значит, забросил этот проект. Потому что вы можете ознакомиться с ним, как я уже указал, где. А излагать новый материал в газетах.